Всем привет! Привет, друзья! Сегодня мы будем снимать черри-банану. Да, мы вам показываем помидор черри-банану от агрофирмы «Сибирский сад». Я начну взвешивать. Ой. Милана уже взвешивает, только уберешь помидор. Пятнадцать грамм. А если вот столько? Ну положи. Сколько будет? 90. 90 грамм. А вот этот? 87. 87. Ну я вот покажу вам. Смотрите, черри-банана там в руке. Черри-банану, ты скользишь. Падают, они осыпаются, они перезревшие. Ну теперь... Вот тебя я слышу. Перезревшие плоды. Я разрежу его. Разрезай, попробуем вот. Мякоть. Вот у нас этикеточка. Ой, как лимончик. Да, сейчас секундочку, Милан. Смотрите, похоже. Они выглядят. Нате, кушай. На, вот, кушай. Мякоть. Еще один. Я сначала покажу мякоть. А подкрой ротик. Как лимончик. Я дам. На, еще один. Да. Любимые лимончики. Банановый такой сладкий вкус. Очень сладкий. Милан, тебе они понравились? Да. Сладкие? Да. Мы съели. Угу. Черри бананы. Вам советуем посадить. В гронке по 5-6 помидор растут. Пропустишь меня? Да. Так, где эта черри банана? Этикетка там. А что ты сложил обратно все? Или ты убрал их? Я отложил, чтобы они не мешали. А. Черри банан тоже отложил. Да. Отложу. Кусты высотой 1 метр, лист картофельный, нет. Плоды желто-оранжевые, очень сладкие.